Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, немножко заболевший, сижу вот, пью чай с медом, чтобы попытаться выздороветь, ну, все не так плохо, я думаю, что к вечеру я буду уже вообще в норме, ребят. Спасибо всем тем, кто поставил лайк на предыдущий ролик про маленькие кошмары, буду признателен, если этот ролик вы также поддержите, потому что на канале вас смотрят плохо, в основном народ смотрит сосед, но мне интересная игра, я хочу пройти ее полностью. Ладно, ребят, давайте, лайк, я думаю, ты уже поставил, мы переходим даже к прохождению, будем блуждать с моей женушкой. Так, все, все, давай, давай, собрались, поехали, продолжи, все, начинается приключение, у нас маленькие приключения, ботинки не нашли, бутылки тоже. О, доброе утро, жена, что, как у тебя дела? Жена, сюда, говорю, иди, а? Иди за мужиком, все, пошли. Ты глянь, какие только прекрасные виды здесь, это труп висит или вообще что это такое? Ладно, неважно, потом узнаем. Так, давай я впереди буду идти, но я ж мужику. Нормально здесь такой градишко, ты только глянь, а? Прям неплохой, я бы сказал. Что здесь интересно есть интересного? А где люди все? Куда люди опять все пропали? Ходим непонятно где. Кстати, смотри, если телек новый нашел. Можем сидеть с тобой, смотреть потом. Будешь залазить на телек? Это теперь твое все. Так, а куда мне податься-то, собственно? Может, ручку попробовать открыть? Жена, иди, давай, потолкни меня. Нам забраться нужно куда-нибудь. Я не знаю, не в канализацию же крысам нам идти, в конце концов. Вон туалетная бумага есть. Люди основательно пандемии подготовились. О, смотри, окошечко есть. Давай сюда. Так, оп. Чик. Цепанулся. Блин, кажется, так и не похавал. Ты что, пожрать-то ничего не приготовил? Давай, пошли отсюда. Молодец. Давай, за мной иди. Я все знаю, у меня шапка самая модная. Я в курсе, как все должно происходить. Стой-ка, подожди-ка. А мы туда не можем с другой стороны зайти? Может быть, там какие-нибудь ништячки есть, прелести и так далее. Шапочка, например, новая. Дорогая, давай мне новую шапку сделаем, я тебе старую отдам. Ты греться будешь, хотя у тебя вон волосы какие большие, тебе, мне кажется, и так достаточно всего хватает. Мы с тобой идеальная семья, идиллия, я бы сказал. Может, тебе пальто дать, ты не замерзла? Так, ну давай-ка сюда сходим. Хм, почему у них везде телевизоры здесь? Хоть бы сдавали, там, не знаю, есть же какие-нибудь программы утилизации. Так, давай ты меня, наверное, подсади сюда. Да-да-да, все верно. Оп, молодец. Ты можешь руку подать, нет? Ладно, сейчас я тут что-нибудь сам придумаю. Блин, как бы не улететь бы никуда. Однозначно с этой штукой нужно что-то сделать. Залезьте, например, на телевизор. Да ща-ща я приду, ты что? Оставил тебя на 2 минуты, ты там уже панику развела. Сейчас, подожди, оп. Сейчас я чую, хозяин квартиры выйдет. Нам с тобой не поздоровится. Оп! Ю-ху! Ё-моё! Дорогая, чуть не фартанула немножечко. Но это бывает, это нормально. Я 100 раз так делал. Вселенная не хочет, чтобы мы с тобой разлучались, поэтому я почему-то снова жив. Это нормально. Это норма. Так, давай опять раскачиваюсь. Толкаю. Дорогая, ты ведь в курсе, что я не понимаю, что ты говоришь? Мы даже язык друг друга не знаем. Это у меня как пятница. Так, получше раскачаться. Чтобы до сюда... Да чё за ботва? Ну вот, началось опять деревня утро. Ну стой, я ведь нормально раскачался. Что я делаю не так? Может быть, не в другую сторону спрыгивать нужно? Вообще-то я вообще ему кругу там подать не знаю. Ну, если так, по чесноку. Так, ладно, попытка номер 3. Бог любит троицу. Так. Может быть, просто до меня что-то не доходит, что нужно сделать? Однозначно мне сюда нужно.
А, ну да, все правильно. Извини, дорогая, я просто немножко тупой, до меня иногда не допирает. Блин, такое чувство, что я что-то где-то забыл. Как будто меня кто-то где-то ждет. Я даже не знаю. Голова моя дыря, вот так постоянно происходит. Приходишь на кухню к холодильнику, начинаешь что-то искать. Такое, а, что происходит? А, точно, меня жена там ждет. Надо пойти жену забрать, точно, кричит там уже. Подожди, дорогая, сейчас я приду, все замечательно сейчас будет. Вот, смотри. Ты там, главное, цепанись нормальненько. Так, ты ждешь? Видишь, какие у тебя аттракционы со мной, не благодари. Так и живем. Я надеюсь, ты мне сейчас там руку подашь, и я смогу запрыгнуть. Сейчас день здесь локанемся. Я не понимаю, почему мы вообще вместе бегаем. Так, подашь, да, руку, значит, хорошо. Сейчас я подойду, подожди. Ты знаешь, у нас семейная идиллия. Пожрать бы что-нибудь. Пирожки сегодня не пекла, ничего. Ну, в принципе, что я хотел-то. Я и денег не заработал сегодня. Оп, оп. Фига-то у меня мощная какая. И коня на ходу остановишь. И в избу горящую войдешь. Молодец, пойдем. Давайте я как-нибудь шестая буду по-другому как-нибудь звать. Просто дорогая и все. Так, ладно, давай сюда, наверное. Так, аккуратненько только иди. Нам, кстати, ботиночки бы где-нибудь найти. А то люди нынче все везде разбивают. На стекло можно наступить. Кстати, дорогая, как ты думаешь, вот в таком вот прикиде я нормально буду выглядеть? Или ты думаешь, я буду похож на офисного клерка? Как ты думаешь? Думаешь, туда? Ну, пойдем туда сходим. Пролезем сейчас. О! Нормально. А что, кабельное, что ли, есть? Да ё-моё! Надо бы отрубить его, наверное. Как тебя вырубить-то, а? Да что за фигня? Мне сейчас голова разлетится. Я прям чувствую, как силы покидают меня. Нужно как-то его с розетки вырубить. Сейчас, подожди, я попытаюсь его выключить. Если у меня уши не лопнут, то кровь из глаз у меня уже пошла, это нормально. Хорошо, что из глаз только. Я Нео. Какая-то передача. Подожди, а как это работает? Мама, я в телевизоре. Нормально тут. А деньги платят? Ну хотя бы кормят. Давайте два раза кормят, ни разу не бьют, меня устроит. Чё бы нет. Давай, пошли посмотрим, что где есть здесь интересного. Дорогая меня что-то подплющивает. Фух. Обалдеть. Ты что, тоже с телека вылупилась? Так мы с тобой телепузики, оказывается. Вот мы кто. Тинки-винки. Ты ляля будешь. Я по. Пойдем. Посмотрели телек и хватит. Ну все, досуг на сегодня закончен. Пойдем дальше. О, слушай, здесь, может, пожрать что найдем. По-любому, что-нибудь нормальное оставили. Какие-нибудь остатки бургеров. Хотя что-то рядом здесь бургерных не видел. Что они вечно телевизоры все выкидывают? Какие-то странные, они непонятные. Так давай, главное, не отставай. Давай за ручку тебя возьму даже. Пойдем вместе. С тобой будем идти. Ты можешь знать, вот оно я, сильное плечо справа. Ну, как случится охотник, кто стрелять будет, убегу я самый первый, если что. Ты не беспокойся. Подожди, а здесь тупик. А куда нам? Может, что-нибудь где-нибудь здесь есть? Это фигня какая-то. Мусорные бачки.
Ты, ну, ну тут все. Стой, слева мы пришли, по-моему. Нафига мы сюда вернулись-то? А у меня просто этот топографический кретинизм, ты не обращай внимания. У всех есть свои недостатки, никто не идеален, между прочим. Так, а чё? Или там слева обход есть? Нет там, по-моему, никакого обхода. Дорогая? Ну ты, я думала, поняла, да, что со мной лучше детей на улицу не пускать, это я тебе так на будущее. Так, что-то я не могу понять, а куда мне двигаться-то? Хм. Что-то ни дырок, ничего здесь не вижу. Ну выглядит так, как будто вот... Стой, может здесь что-нибудь? Не, ну здесь не допрыгнуть, ничего. А подожди, а может мы по забору можем залезть? Тут же это, сетка Рабиса висит. И чё? Хоть сказать, я не залезу, что ли, по ней? Это вообще на изи должно быть. На столб? Дорогая, давай ты что-нибудь предлагай. Ты ведь знаешь, я тупой. Я вообще не отупляю. Может, телевизор? Типа... И чё? Фига я этим занимаюсь-то. Стой, а может по столбу сможем залезть? И перепрыгнуть? Как ты думаешь? По столбу умеешь лазить? Я на Масленицу постоянно раньше лазил. Правда, ни разу не залез, 5 раз разбился. Но по мне видно, что я такой дурачок вниз головой обычно падал. А куда деваться-то? А, давай толкнем. Во, все, я понял. Давай это, оттолкнем. Давай, ты у меня мощная. Так. Давай все пожитки, короче, в дом себе тащим. А, подожди, у нас ведь нет дома. Тогда ладно, оставим здесь. Все, пошли сюда. Слушай, а здесь миленько. Похоже на наш новый дом. Ты там что, не... Ты давай там не тормози. Чё, в мяч хочешь поиграть? О! Ну у тебя почти получилось. Видишь, я даже в упор не могу попасть, так что я еще хуже, чем ты играю. Джит футбол ногами играет. А чё ты встал-то? Чё, мы не пойдем, что ли? Походу, не пойдем. Подожди, а зачем ты там встала? Ты там чё, трёшься, что ли, перила? Вон, пойдём, просто не кто-то оставил. Слушай, а ты думаешь, это нормально? Кто-то, мне кажется, пытался сбежать отсюда, а мы сюда лезем. Ну, пойдем за мной. По-любому чуть нормально здесь найдем. Во, смотри. Сухо, светло, ни разу не бьет. Смотри, там хозяйка какая-то добрая даже изображена. Сейчас чаев нам приготовит, пирожков. По-любому гостей любит. Так, и чё? Так, ну ладно, рубильник-то я вижу. А нафига он? А-а-а! Ты смотри-ка. Ты тоже, да, чухнула фишку все. Сейчас пойдем прогуляемся здесь еще чуть-чуть. Так, вон и мячики есть как раз. Шапку бы новую найти. А то в одной и той же гоняю. В одной и той же я гоняю и ничего не понимаю. Ты тоже на всякий случай взял? Фига себе, ты тут копашишься.
Слушай, нифига, как тут народ на пальме живет, четырехъярусная кровать. Ничего, по-любому кто-нибудь снизу тоже живет. Мне кажется, это, наверное, как-то вот так работает. Ну ты же знаешь, я немножечко это. Во! Видишь, я нашел проход. На стульчике могу посидеть, пока тебя жду. А то у меня красивая, слушай. О, давай вдвоем. Прыгнем. Детство вспомним. О, давай ручку. Пойдем. Прогуляемся, посмотрим, что здесь есть, чего здесь нет. Приготовим что-нибудь на обед. А куда-то мы бежим и куда-то прибежим. Так. Оп. Блин, кто это все строил вообще? Помоги, не могу! Оп! Оп! Отлично! А что, не медь, что ли? Я думал, медь. Пошли бы сдали, ё-моё. Ладно, пойдем туда. Не знаю, куда сдавать, правда. Ну, куда-нибудь сдали. Ты это слышала? Что, здесь как-то добром не попасть? Дорогая, слушай, может, наших детей в другую школу отправим? Что-то мне эта школа не сильно нравится. Ну, я понимаю, муниципальные все дела. Давай в частную лучше отдадим. А то там что-то учителя какие-то странные здесь, походу, ходят. Дверь закрыли. Так, а зачем здесь ведро висит? Оно просто висит для того, чтобы висело? Ну ладно, пусть висит. Может, где-нибудь подальше пригодится. Ну, смотри, еще мячик есть. Фу. Ну вот это нифига себе сейчас было. Это что за ловушки? И кто лампы так низко вешает? Это для кого? Потому что там бегает кто-то. Я тебя в обиду не дам. Пойдем со мной. Потом борщ мне сваришь и нормально будет. Пошли давай. Зачем я сюда лезу? Не делать, нефиг, вот я везде лазю. Ё-моё! Слушай, дорогая, мне сотряс походу. Придется себе нового мужа искать. Со мной дурачком мы далеко не уедем. Ловушку кто-то понаставил. О, а кто это бегает? Что это такое? Нифига себе. Игрушку в конце отставили, какие-то эти. Подожди, а там что тогда за дверью? Давай в дверь зайдем. Может, там что-то интересное есть. Зеленых хватит у нас, надеюсь. Ё-моё. Ведра понаставили. Василий, ты здесь был, что ли, или чё? Чё за ботва? Ты ж у нас любитель. Ведра ставить сверху. Опа. Ты видела? Слушай, мне кажется, мы походу зря сюда зашли. Здесь вообще ничем нормальным не попахивает. Ты ещё не бойся. Я сам очкую. Странности здесь происходят. Давай, оп. Алёп. Это школьники, наверное, местные. Тебя банда нас поймает, и офигеем с тобой. Чё-то тут попахивает. С носом головы. Ладно.
и там кто-то убежал. Смотрите, добегайтесь так. Может, мелки возьмем, порисуем что-нибудь? Новую счастливую жизнь, например. За дверью есть... О, кстати, бутылки нашел наконец. Что, сдавать будем? Или отметим наше с тобой это? Оно даже запечатанное. Знакомство, так сказать. Выпьем за любовь. О, кстати, тапочек. Вот, дорогая, я тебе тапочек нашел. На, тапок. Тапок, на, говорю. Одевай, тебе второй принесу. Давай поухаживаю за тобой. Че, не надо тапки, что ли? Так привыкла ходить, я чуть не споткнулся. Ладно, сейчас найдем укромное местечко, там отметим. Да кто здесь что шепчет? О, я нашел что-то, подожди-ка. Ё-моё! Дорогая, делай что-нибудь! Это что за ботва? Нет! Любимая! Нет! Да какого фига? Выпустите меня, сейчас я вам всем накидаю. Куда они вот? Подожди. Сейчас возьму что-то поздоровее здесь. Так. Значит, ты поймал, да? На нафиг! Убежали они, да? Сюда иди по одному, сейчас всем накидаю. За шестую двор. Бью молотом в упор. Еще один сидит тут. Сидят они здесь. Отлично. Когда так все. Фу. Как я здесь оказался, не понимаю. Я походу с телека тут вылазю. Стоять! Так, где там второй? Стой, как мне его накидать-то? Ай, стой, а я что выбрал? А, могу. А если быстро пробежать? Нет, это так тоже. Подожди, а мне под стол залезть или что надо-то? Фу, что-то устал я умирать. Умирать, кстати, между прочим, больно. Черепушка, черепок. Разлетелся пятачок. Стой, а под стол я могу там залезть? Здравствуйте, не хворайте. Ну все, не убьет же теперь. Да стой ты че. Подожди, молоток сейчас возьму. Это не молоток. Мне пусотряс, не могу отличить бумагу от молотка. Куда-то я иду. Слушай, что, молоток здесь, что ли, оставляешь? Давай выходи, жену возвращай мне. Иди сюда по одному. Где моя жена? Я тебя спрашиваю. Стой, а вот это здесь разобьется? А что, не разбивается? Я вам все бутылки здесь поразбиваю, сдавать нечего будет. Ладно. И куда-то я пошел. Кстати, там как будто что-то есть. Рисуночки, рогатка есть. Так, мне ключ надо. Что-то опять чувствую, что что-то забыл, как будто я не один здесь ходил. После отряса ничего не помню, амнезия. Алексей Смертник, начало. Отсюда она и появилась. С такого количества трясений. Так, а здесь что? Я еще найду хоть одну шляпу, еще нет, или я в этой шляпе так и буду бегать. Подожди, это что за ботва? Подожди, это учительница наша новая, что ли? Не надо! Не надо!
Ладно. Обалдеть. Вот эта школа нынче пошли. А вы что такие все керамические-то, а? Вот, насидятся в своих зумах. Онлайн обучение. А я вам советовал бы пропить бы что-нибудь. А то у вас память у такси. Вы пишете и забываете, что пишете. Не, я не буду рисковать лишний раз. И ученики меня, они ведь нифига какие прелестные, сидят все учатся. А кого фига вы что творите-то, а? Вы что, не надо? Не бери грех на душу. А как она меня увидела-то? Что-то я не понял. Так, давай смотри. А я смотрю. А как? А чё за ботва? Чё-то я не понимаю. Ну вот не вижу. Да. А куда мне вставать-то? Короче, в упор надо, походу, вставать. Сейчас бы на ровном месте здесь вот так развлекаться. Меня ученик не увидит. Давай там перетывай. Ты так медленно все делаешь, а, мать? Не увидел, отлично. Так, ладно, я пошел отсюда. Удачной учебы, там пятерок вам, ребят. Так, вон ключ сверху лежит. Что я делаю-то? Я ж пугаться начинаю. Это не мой выход. Подожди, может мне отпрыгнуть типа надо будет? Наверное, нужно сначала ту штуку открыть. Открывая сначала ту штуку. Потом уже запирая. Нифига себе, у него какая длинная шея. А что, она не хватается, что ли? А куда мне прятаться тогда? В коробку, что ли? Я думал, в коробке посидеть. Ну ладно, давай в коробке посижу. Так, ладно, ключи потом найду. Кажется, ты стрёмная, а, мать. Так, ладно, ключ забрать. Да пойти куда-нибудь погулять. Тихо.
она контролирует. А куда ты дальше пойдешь? Обалдеть, у тебя лицо. Да ты чё, успокойся, мать. Кричи на отца. Ты там чё, решать что-то помогаешь, что ли? Так у них из черепка всё сделано. Чем ты поможешь-то? Я бы еще видел, где она. Подожди, ты меня впалила, что ли, мать? Так, я понял, что это приседать надо, хорошо. Хух, нифига себе, кошмарики какие-то. Это не маленькие, это какие-то здоровенные кошмары. Давай, иди отсюда куда-нибудь. Какая ты стрёмная. Я бы такого училка бы тоже бы боялся. Так, иди и помоги там кому-нибудь. Так. Так, я боюсь вылазить даже. Может, она пока смотрит, может, тогда надо было пройти. Валю отсюда, пока ветер без камней. Надеюсь, она меня не заметила. Во, ключ есть. А, точно, я жену ж потерял. Жену надо найти. Поеду я на Лептул. Ботиночек похожий. У любимый такой же был. Братан, у тебя все нормально? Мне кажется, ты психованный какой-то. Ты что рисуешь? Это что такое? Ты рисуй, рисуй, не обращай внимания. Подожди, а как взять-то? Он куда-нибудь в разные стороны смотрит, когда пишет. Так, ну он об веревке привязан, он все вокруг пишет. А если его отвлечь, например? Не, ну мне надо всякую ту трубу взять. Во! А, я понял. Так, давай еще разочек так сделай. Подожди. Да ты чё не взялось-то? Все, я понял. Все, я понял, я отстал. Никуда я не пропал. Братух, я здесь. Вот, давай еще разочек. Чутка.
Чутка не попал. Немножечко не получилось. Братан, я здесь. Братан, мне надоело уже умирать. Я тебе кричу. Давай. Оп, как-то это. Короче, когда он, наверное, начинает орать вот это уви, тогда надо бить. А то у меня что-то не срастается немножечко. Во! Разорался он мне здесь. Тишина должна быть в библиотеке, понятно? Тем всем накидаю. Прикопались тут ко мне. Да. Ненадолго ж меня хватило-то, однако. Ладно, выше лезу я. Так, я уже понял, чем попахивает. Слушай, фига ты красивая. Симпатичная. Опять в гляделки играть будем? Ты красавица, а? Все видит. Да ты куда? Да. Сегодня явно не мой день. Хотел бы я уйти куда-нибудь в тень. Вот это глазки, вот это я понимаю. В прошлый раз я пытался сделать то же самое, только у меня что-то нифига не получилось. Пепельницу здесь оставил. Что за люди вообще такие, а? Быстрей! Ну её нафиг. Я даже наблюдать за этим не хочу. Посмотрел уже и хватит. Опа-на. Прогуляться решила, что ли? Ты иди там за детьми следи. Ходят здесь вечно. Так, а мне-то куда? А, ну по лестнице наверх. Я человек-ковер. А в ковре я тут живу. Не, ну типа, а сюда-то мне зачем залазить? Мне сюда и нафиг не надо. Надо в бок подвинуть. Так, все, лезу. Надо жену еще найти.
Да ты чё, мать? Не надо! Не кричи на меня! А почему я туда не залез-то? Ну, чё-то этот моментик я слегка не понял. Что мне помешало-то? Чё, проход не попало, что ли? Давай, давай! Полметра мне буквально не хватает. Так, ладно, давай по-быстрому. Я не понимаю, что я делаю не так. Я быстро бегу, вся фигня. А если, например, так сделать? А я вообще без разницы, что ли? Да забегай ты! Чё он не за... Братан, забегай... Короче, она выпрыгивает в любом случае здесь дальше. Я не понимаю, чё, то ли я что-то делаю не так, то ли что. Да ё-моё. Приседать пробую, тоже не помогает. Сейчас бы 128 тысяч раз в одном и том же месте попадать. Было бы не весело. Всё, это конец. Выпью еще чай с медом. Так, давай. Так, давай, братух, за жену, за двор. Стреляем в упор. Вот, я бегу. Я начинаю забегать. Меня... Что я делаю не так-то? Я прям бегом бегу. Приседаю. Пробовал приседать, пробовал. Давай опять попробую, не приседать. Если оно, я ударяюсь об книжки. Что-то я не понял. Прям вообще не понял. Я просто фигово запрыгивал наверх, вот в чем дело. А я что, вот в бок не могу, что ли? А, вот так могу, да? Понятно. Не, ну типа я за этой штукой должен прятаться. Так, пока держу, я держусь, я понял. А, ну может быть я типа вот так должен. А, все понятно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Не хвораем, не болеем, ничего мы не жалеем. Нету здесь, нет меня. Уходи. Обалдеть. Ой! Тебе надо-то? А, все, она ушла, да? Интересно, это учитель какого урока?
Не, ну это вообще стрёмная фигня. Так-то на секундочку. И чё? Нафиг я туда ушёл? Чё, мне в класс, что ли? Как-то не сильно хотелось бы за ней идти. Нет, это я явно не открою. Может, по шкафу где-нибудь заберусь. Давай выше. Что-то я понять не могу. Так, а если... А чё если-то? А куда двигать-то? Не, типа, если взять, например, какую-нибудь книгу, я не знаю, кинуть в этот и спрятаться сюда, чтобы она вышла. Ну, типа, лезть я не могу. Пройти я тоже что-то никуда не могу. Ползать не могу. Здесь тоже не могу. Вот там я вообще ничего не вижу. Чё там? Там ничего нет. Может, что-нибудь где-нибудь лежит всё-таки? Ну, типа, что взять можно? Книгу, например. Туда мне явно не надо перепрыгивать. Сейчас бы на ровном месте просто вот взять и встрять. Но он не лезет. Никуда. Вообще что-то сделал не так. Не, мне кажется, что нужно что-то взять. А назад я могу вернуться? Не, назад я не... А может это? Вот так сделать? Я вообще без разницы, она ушла, и вообще нафиг ничего не надо. Так и живем. Что-то ерунда какая-то. Вообще выглядит, как будто мне вот туда наверх. Но это не точно. Допрыгнуть я не могу. Толкнуть я не могу. Здесь просто темнота. Не пройти, не проехать, нифига. Отлично. Именно это я и хотел сделать, но... А, да? То есть это вот так должно было выглядеть. А может мне за ней надо было забежать? Но нет, это тоже вряд ли. Она бы меня пропалила бы однозначно. Я что-то вообще ничего в этой жизни не понимаю.
Ну такой вот я непонятливый. Так, извиняюсь. Подожди, а может я вот это могу? А. Да. Ну я просто дурачок, это нормально, чё. Давай дальше посмотрим, что здесь интересненького есть. Лесенка наверх. Походу, другую шапку, если так и не найду. Так, надо ключ. Ключ, значит, сверху, по-любому. Пойду наверх, и ключ найду. И куда-нибудь приду. Бегает, 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 бегает маленький поцик. О! Здорово, брату. Чик! Я поймал тебя. Ты теперь я. Ты моя личность. Личность, личность, ты моя. Вот такие вот дела. Что случилось, расскажи. Да всю правду доложи. Кстати, мне кажется, надо сделать эту яркость чуть побольше. Потому что я видосе смотрел, прям это... Фигово видно. Блин, надо было раньше это сделать. Да что-то особо я ничего не вижу разницы. Так, что это за голос? Я Петра разговаривал здесь. И чё? Кинуть, что ли? Мне кажется, я каким-то бредом занимаюсь. Ну, если так, по чесноку. Стой, там закрыто, здесь закрыто. Но здесь явно нужно до ручки долезть. Вот с этой штуки я что, не залезу, что ли? А если эту штучку, ладью, одеть вот сюда? А, вот, все правильно. Отсюда уже прыгнуть. Так, все, пора отпускать. Шахматы можно поиграть. Там вот кого-то привязали. Тут фигура. Важная фигура-то, я смотрю. Так, подожди, он там привязан. О, вот эту штуку можно схватить. Так. Черный по центру. А подожди, а как толкать? А. Так, а где мне запчасти найти? Так, они тут везде, повсюду, вокруг. Друг, сделай круг. Мы пойдем с тобой вокруг. А с этой штуки я теперь не могу, да, назад снять? Или могу? А, могу. Так, так, так. Давай вот сюда оденем. Чтоб залезть. Эту штучку мы возьмем и куда-нибудь пойдем. Так, вот это, по-моему, должно быть. Так, вот здесь вроде. Я ведь ничего не гоню. А где этот?
А, да? Блин, я думал сюда нельзя залезть. А это тогда сверху я что спустил? Короче, одно из двух. Либо так. Что-то я плохо глянул. Да кого ты берешь-то? Сними. Вот сюда. Так, ну хорошо, свет загорелся. И что мне это дает? Да подожди ты. Ты назад одень. С чем снял-то? А нафига я свет врубил? Вообще ничего не понимаю. Я включил зачем-то свет. Зачем я свет? Вон он что. Понял. Спасибо. Спасибо вам большое. Свет включил я нафига? Не пойму я нифига. И куда-то я бегу, сейчас я что-нибудь найду. Пробегаю дальше я. Вот такая вот фигня. Там вот эти зловещие тени идут и так далее. Так, ладно, главное, что у меня ключ есть. Так, давай открываем, идем дальше. Ну что, в столовую пришел, что ли? Может, пожрать что будет? Может, мою забрали, может, там готовить что-нибудь? Так, ну здесь-то понятно все. Двигайся, двигайся, двигайся быстрей! Все. А наверх залезу я. Вот такие вот дела. Ну, да. Ну, я дурачок, это бывает. Это... Да куда ты? Что, у нас школьная столовая? О! Ложка, ложка, поварёшка, черепушка, разлетись! Иди сюда! Ага, понял. Короче, надо всегда бить, когда он начинает орать. Я! Биба-боба! Так, давай. Чё, еще один? А он что-то как-то это... Он обманул всю систему. Он меня здесь обманул. Так, все. Жену надо найти вообще. Да бей! Ты чё не бил-то, братан? Давай, наверх залезу я. Так, следующий.
отлично. Всех на кухне раскидал. Пожрать бы чуть-чуть найти. Не, вот сюда это явно я зря зашел. А, то есть я вот так с самого начала еще, да, что ли, пойду? Обалденно. Не, их там что-то многовато. Я их там офигею раскидывать. Давай иди. И ты иди. Так, ладно. Э, сюда идите. Не, стой, мне туда не надо вылазить. А куда мне тогда идти? Что-то я не совсем понимаю. Не, там я вылазю, там сразу это. Надо это просто незаметненько. А нет, тут этот стоит. Чё-то я, короче, вообще понять не могу. Чё надо-то? Я уже устал тут в окопашку заниматься всем подряд. Так, смотри, первого взял, раскидал, второй бежит. По голове получит. Так, давай четвертый, ты иди. Отлично. Вот сверху есть крюк какой-то. Может, мне здесь надо, типа, это, за крюк взяться. Вот там реально крюк есть. И нафига этот крюк мне? А! Вон он чё. Вон и чё. Так, пацаны, я свой. Как поживаем? Нифига себе, вот здесь весело. У вас тут веселуха прям творится, я смотрю, да? Да, я бы тут офигел бы всех раскидывать. Конечно же. Я тут проползу у вас, а то я что-то пол головы потерял. Так, мозгов нет. Ну, ё-моё. А, ну вот. По крайней мере, отсюда. Уже неплохо. Уже неплохо. Фига вы хрюндели все, а? Убираться кто будет? Учитель за вас, что ли? Или чё? Так, сейчас их сталкивать будут. Надо подождать. Аккуратней, братан, надо. Меня мог задеть так. Картоха. Картоха нормальная. Причем есть капуста, если есть картошка. Вы в курсе, что у тебя пол головы нету? Тебе по-любому училка говорит, а голову ты дома не забыл, да? Однозначно. Да подожди ты, братан, ты чё? Ты чё, сам этот, что ли? Хулиганистый? Так. О. Это, конечно, жестко было. Шляп свой один. У меня хорошая шляпа. Табуретку вон возьму. А это банка.
Ну ладно. Пойду выше тогда. Что делать-то, как говорится? Выбор у меня здесь невелик. Аккуратно мы идем и куда-нибудь придем. Мы полезем сейчас наверх. Оп. Так, это я вообще молодец. Да подожди ты, банк. Ты мне не нужна, вон банка с мозгами есть. Мозги мне нужнее, блин, ноги чуть не поцарапал. Мозги! Отлично! Хоть где-то мне мозги пригодились! Опять эта мать! Мать! Тебе не нужно хворать! Так, она пойдет куда-нибудь? Да, иди дальше куда-нибудь прогуляйся. Готовит. Чё на ужин сегодня будет, а? А, мать? Походу я буду на ужин. Нифига у тебя лицо. Ты такая добрая вообще. Нож взяла. Резать, походу, кого-то пошла. Ты не надо толкать, мы тут сами пройти можем. Банки, склянки. Я так понимаю, урок биологии, да? Сегодня будут меня потрошить. Что-то мне кажется, неспроста. Неспроста все. Дверь-то я, наверное, не открою. Да тихо ты! Тихо, мать! Подожди, а как мне... Мне нужно как-то на стол залезть. А, здесь, наверное. Ну ты чё не ешь меня? Ты все меня домой, как собаку заберешь. Стой, а как мне ее так спугнуть, да? Мне надо ее как-то так спугнуть. Как-то нужно незаметно вдоль нее пройти. А, ну вот. Так, все, я понял, что надо незаметно. Я вообще неправильно все делал. Потому что я дурачок, это нормально. Главное не бегать, так сказать. Она пошла.
Там надо на кнопку еще нажимать, это надо наверх залазить. То есть мне надо максимально здесь проходить так, чтобы она меня не впалила. Да все нормально. У тебя нормально все с лицом, иди там и дальше своими делами занимайся. Главное просто не торопиться. Блин, я что-то прям аж на палеве сижу такой. Я так понимаю, нужно туда прыгнуть. Или вот эту фигню для ног перетащить, чтобы дверь открыть. Что, я не могу ее перетащить? Не вообще сюда. Ё-моё. А вот там, кстати, шляпа какая-то висит. Не моего размерчика случайно. Не, нифига. Зря только вернулся. Когда эта школа уже закончится? Сколько здесь учиться-то можно, а? О, опять началось. Вот так, значит, да? Не успел чуть-чуть. Нет. Уточка. За жену и двор, молотом черепушки напролом. Давай, подходи по одному. Сейчас я всех вас тут убью. Бежит ты на меня. Ага, молодец. Так, ну хоть отсюда. Хоть какие-то радости жизни. Так, давай. Блин. Ну что-то кто-то начинает орать, кто-то не начинает орать. И происходит какая-то жесть. Ну. Так нечестно. Я так не играю.
Тихо, вместе мы пойдем. И кого-нибудь убьем. Черепушку потерял. Против молота погнал. Эй, пацанчик, ты не стой. Эй, беги сюда, герой. Подходи по одному. Черепушку расшибу. Это... Это просто, это сейчас так тупо было. Не, я думал, еще оттуда начнется. Такой сходил, тик перебил и просто в самом конце. Так нелепо. Это забавненько было, забавно. Ладно. Так. Ты что мне задницу показываешь? Опа. Надо прям в самом начале криком начинать. Жену мою там поймали, вы значит, да? Так, дорогая, у тебя все нормально? Муж совсем разобрался. Так, надо что-нибудь найти. А чё искать-то? Чё искать-то? Ничего не волнуйся. Не с головы умеешь падать. Не научишься. О, ты живая, нет? Я максимально аккуратно пытался. Ты шею не свернула? Я, может, бульончика куриного? Ну, нормально живая. Надо было тебя как-то поаккуратнее освободить отсюда. Это я с тобой пришел, муженек твой. Красавец я. Все, пошли, дорогая. Пора уходить отсюда. Мне что-то эта школа не нравится. Сейчас тут... Оп! Давай, помоги. Сейчас вместе мы все откроем. Пойдем за ручку. Подожди, я с тобой за ручку шел. Ты что, меня бросил опять, что ли? Вообще нельзя вас никуда одних отпустить. И что это? Не задавай вопрос, нафиг я сюда залез, я сам без понятия. Сейчас подожди, выше куда-нибудь заберусь. Стой. А что я вообще делаю-то, а? Извини, я тут споткнулся немножко. Да а что уж, если есть отряд, второго не видать. Ну стой, мы с тобой пианино-то не поднимем вдвоем. Ты мне помочь не хочешь? Обалдеть, в одну каску пианино тягаю. Мне кажется, я сейчас пол пробью. Чё, нормально? Все, больше не крутится. И нафига мы его сломали? А, молодец. А ты шаришь. Так, мне с тобой одновременно. Я понял. Полетели, ёпу. Ударный инструмент, как-никак. Хотя он нифига не ударный. Так, нам ключ надо найти. И куда-нибудь бы прийти. Так. А, ты меня подсаешь? Ну давай. Если так-то. Там до сих пор эти дети сумасшедшие. Подожди. Он слеп... Это ты хорошо придумала. Значит, говоришь, привет.
Молодец, дорогая. Стой, или я разбить смогу. Не, разбить я не смогу, дорогая. А как мне перебираться? Так, давай вдвоем поднатужимся. Вот это, наверное, с собой на всякий случай лучше взять. Здесь без этого вообще лучше не ходить, как я заметил. Вон с тобой ходить, блуждать. Никого не замечать. Я на всякий случай с этой штукой. Вон. Уроки музыки, говорите? Вот вам музыки немножечко. Пойдем дальше. Главное, что я тебя спас, и нормально у нас все. Сейчас пойди, учитель там опять это играет. Как она мне надоела уже. Прям по-любому, прям гадалки не ходи. Подожди, я что, без тебя пойду, что ли? А, ну на. Че, сама справишься? Или тебе помочь? Давай, помогай мне. Оп, оп, отлично. Что-то она играть перестала. Недолго музычка играла. Опять ты как-то мне надоела уже. Давай на нее как-нибудь вот это все дело сбросим. Продолжайте играть, пожалуйста. Так сказать, финальную композицию, пожалуйста. Можете нам сыграть? Проще было бы, конечно, нее все это дело скинуть. А, то есть мне вот так даже, да, заморачиваться? Так, давай, давай, записывай там. Подожди, дорогая, она сейчас там доиграет, там музыка такая прикольная. Стой, она сейчас запишет. И откроет. А то, может быть, крапковато будет. А почему не залез?
стой, стой, запишет, и нормально все будет. Хотя можно сразу было начинать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А что это такое просыпается? А что это такое улыбается? Вообще какая-то невеселая фигня. Хватит лезть за мной! Бабка, отстань! Давай, тащи, любимая! Нифига себе, у нее шея! Обалдеть! Вот это да! Вот это номер! Ну пойдем. Пойдем, дорогая, дальше гулять. И куда-то мы пришли. Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Все главное, проходили этот момент где-то за час. Я, то есть, проходил это полтора часа. И раскрою вам правду. Я сижу последние полчаса, я хочу сходить в туалет. Очень дико причем. Поэтому, ребята, если досмотрели до конца, ставьте свои лайки. Если хотите продолжение, ставьте свои лайки. И мы обязательно с женушкой вот постоим, посмотрим на вас. Лайки, комментики, подписка, колокольчик. А то бродим здесь, бродим. Вот для вас, смотрите, специально танцуем. Сейчас я его раскручу, отпущу, оно улетит. Нет, не улетает. Плохо, плохо, еще ее не обыграли, моментик. Все, давайте, ребят, спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца, увидимся. Все, реально, ребят, всем спасибо. Если хотите продолжение, поддержите лайком, напишите комментик и так далее. Давайте, всем пока.